Америка меня изумляет своей просто многоликостью. Как можно вообще вот от Америки отвыкнуть или, не знаю, скучать здесь? Посмотрите, какие породы. Это как серебро, все блестит. Все блестит, все играет. Посмотрите, какой океан. Там реально свое джакузи, видите? Здесь можно сесть и получить джакузи. Прикиньте, вода идеальная, просто идеальная, чистейшая, голубоватая. Сейчас попробую спуститься, показать вам. Смотрите, какая волна мощная. Запах такой чистейший морской воды, или как океанской воды. И такой, знаете, легкий запах соли. Нежный-нежный, почти незаметный. Смотрите, как все блестит, такое вот серебро. Сейчас спущусь, покажу. Смотрите, как красиво, да? Сейчас я здесь спущусь и пойду к воде, вот туда. Вот я сюда пришла. Вау, прикинь, как классно. Это пипец, как приятно. И красиво. Ну, видите, здесь прозрачная вода. Вот она вся уходит, видите, все белое. Вот капелька, может быть, тина какая-то. Вот видите, вот малая. Почему она такая красивая? И смотрите, как выбина разными слоями. Скала. Вы тут тоже видите, как она выглядит. Вау! Посмотрите, как она тут витива, такими маленькими ребрышками. Офигеть! Офигеть! Тут просто такой кайф. Я не могу ответить. Вода голубого цвета. Парковка бесплатная. Ехать от моего дома 1,5 часа. Такая красота, вы знаете. Очень приятная вода. Просто идеальная. Она как бы не холодная, не жаркая. Не прозрачная. О май гад. Посмотрите свет. Сейчас я переверну камеру. Взглядите, какая вот взглядитесь, как это, взгляните на цвет. Какой-то фиолетово-серебристый, да? Как он красиво блестит на солнце. Эти полосочки, посмотрите, эти белые полосочки, как будто это белое. Опа-на! Такая волна нехилая, да? Все, это моя частная джакузи. Вон еще волна идет. Ну, вот такая маленькая. Класс, да? Короче, я буду балдеть дальше.